Ле Бурже – это маленькая отопительная печка ТМФ. Это жгучая миниатюрная брюнетка совершенно в своей простоте и элегантности. Из нее нечего убрать, как нечего убрать из маленького черного платья, как у Шанель. Ее точеная, легкая на подъем фигурка вся так и лучится теплом. Если она родом из простых, это вовсе не значит, что ей отказано в праве быть привлекательной. Посмотрите, какие у нее изящные ножки. С такими ножками можно танцевать канкан в Мулен Руж. На ней нет ни одного видимого шва. Все швы у нее спрятаны строго сзади, как на чулках безупречной француженки. В каждой детали легко угадывается ее стальной характер. Четкие линии, ровная спинка, узкая талия, какая длинная шея, какой у нее правильный и чистый выход. Она всегда готова протянуть вам свою теплую, гладкую и гибкую ручку. Она не будет ломаться и позволит вам распахнуть дверь в свой пламенный и довольно глубокий внутренний мир. Она может закрыться от вас на замок, но по ее горящему взгляду вы сразу поймете, что происходит у нее внутри. Она неловко чувствует себя в огромных помпезных залах. Для нее привычнее небольшой уютный домик. Она согреет вам чай, и холодные вечера в ее компании пролетят как мгновение. У нее очень скромный аппетит. Она сильно краснеет и пышет нездоровым жаром, когда ее перекармливают. Берегите ее, чтобы она не перегорела к вам раньше времени. Она хорошо умеет скрывать свои неприглядные стороны, а у кого их нет. А когда она доверит вам поухаживать за собой, вы удивитесь, как это легко и приятно. Тем, кто все досмотрел до конца, большое русское мерси.